сегодня мы проводим соревнования российского масштаба. Мы включены в график проведения соревнований по греко-римской борьбе России. Соревнования посвящены памяти мастера спорта Петухова, который долгое время пропагандировал греко-римскую борьбу в нашем городе Герой. В соревнованиях принимают участие юноши разных возрастных групп от 2004 по 2009, ну, соответственно, по весовым категориям. Порядка 200 участников у нас из разных регионов России. Это и Смоленск, и Шахты, и Краснодар, и Ростовская область, естественно, из Крым, естественно, училище Олимпийского резерва, которое у нас в Крыму расположено в городе Алушта. Соревнования достаточно массовые, много молодых, скажем так, перспективных малышей, и не только уже малышей, есть они 4-го года, которые сегодня покажут, сегодня и завтра покажут достойный результат. Для победителей соревнований предусматриваются для первых мест у нас кубки, сувениры, подарочные наборы, ну, естественно, медали, грамоты для вторых, третьих мест.